Власти Азербайджана под прикрытием так называемых ремонтных работ удалили купол армянской церкви Казанчайцотса в Шуши с целью исказить армянский архитектурный облик церкви. В дополнение к этому власти Азербайджана, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН, выдвигают антинаучные тезисы об военизации армянских церквей Арцаха. Какова реакция российской стороны на эти события, как сопредседатель армянской группы ОБСЕ? Тема сохранности культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе, прилегающих районах, регулярно обсуждается в наших контактах как с официальным Баку, так и с официальным Ереваном. В частности, она затрагивалась в ходе рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Работаем мы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В принятом сопредседателями 13 апреля текущего года заявление обозначено. Сохранение и защита религиозных и культурного наследия относится к числу вопросов, которые требуют от Азербайджана и Армении принятия дополнительных усилий.